Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. В этом видео я хочу рассказать вам об условиях конкурса «Кастомизация. Наше все. Второй сезон». Кто не присутствовал на стриме, ну или кому нужны условия конкурса в более удобном формате, в общем-то, это видео для вас. Итак, в чем же заключаются условия нашего конкурса? Первое. На почтовый адрес, да, там на электронную почту вы присылаете запись вашего оформления рабочего стола, то, как вы кастомизировали оболочку вашего Linux-дистрибутива. Почта будет указана в описании. Какие, скажем так, требования к видео? Это не должно быть в этом видео музыки. В общем, должна быть запись вашей кастомизации, а также рассказ голосом, как вы это все установили, да, то есть как вы это все сделали. Вы рассказываете, да, и как бы прикладываете там ссылочки. Вот, если вы, скажем так, не хотите по какой-то причине рассказывать или там стесняетесь, нету микрофона, не знаю, вы можете просто прислать видео, ну, самое главное, да, без музыки, просто без звука, видео, да, запись. Я сам там, да, какую-то музычку там наложу, неважно, но при этом должно быть в теле письма обязательно подробное описание шаг за шагом, там, да, первое, установил то-то, второе, установил то-то, настроил так, то есть подробное описание текстовое. Вот в этом письме, да, в котором вы пришлете данное видео. А что еще? Давайте теперь поговорим о том, как мы будем оценивать конкурсантов. Будем оценивать точно так же, как и в прошлом году, ну, с некоторыми нововведениями. Будем сравнивать количество лайков, да, из лайков будем вычитать количество дизлайков, а и сравнивать по количеству баллов. Также я ввел систему донатов. У нас, ну, в описании под этим видео и под стримом будет три WebMoney кошелька. Это гривны, рубли и доллары. Если вы хотите проголосовать за какого-то из конкурсантов, вы присылаете донат, ну, совершенно, да, любую сумму, сколько можете, это не обязательно, это добровольно. Присылаете донатик и в сообщении к этому донату обязательно пишите хэштег «Кастомизация наше все 2» и рядышком в этом же сообщении имя автора, на которого, ну, вы, собственно, и донатите данный донат, за какого автора вы отдаете свой голос. Вот. Донат, скажем так, будет учитываться один донат от одного аккаунта WebMoney. То есть надонатить себе там, допустим, там 200 баллов по 1 рублю, так не получится. То есть один раз, один донат учитывается. Донатить вы можете сколько хотите, но учитываться будет один донат на одного автора. Вы можете там, да, 10 авторов каждому там, да, по донату прислать. Вот так. То есть, но за одного автора, там, допустим, дважды проголосовать донатом нельзя. Но можно, да, и лайк поставить, и задонатить. Вот как-то так. Ну и скорректировать, да, шансы ребят дизлайк. Если вы там, да, хотите кого-то, не знаю, заходить или вам не нравится, дизлайки можно ставить, они будут вычитаться. Как будут учитываться донаты? Донат будет равняться двум лайкам. Вот как-то так. И, скажем так, на донаты дизлайки влиять не будут. Какой же будет приз? Если у нас пойдут донаты, главным призом для победителя это будет сумма, да, всех донатов, всех авторов. Победитель забирает денежку, да, которую там надонатили, я скину там на его WebMoney кошелек. Если же донатов не будет, ну это такое, да, дело добровольное, вот, то тогда победитель получает рекламу на моем канале бесплатно, то есть выбирает любой тип, это реклама в ролике, там текстовая реклама, неважно. Если человеку реклама не нужна, то тогда я приглашаю победителя на стрим, и мы, скажем так, обсудим какую-то тематику, пообщаемся, ну, на тему Linux, на тему программирования. Надеюсь, будет интересно. В общем, такой конкурс, друзья. Повторюсь, кошелечки и адрес, куда слать видео, в описании. Жду от вас участия и вовлеченности в данный конкурс.
Спасибо за внимание и до новых встреч. Жду от вас ваших грамотных и веселых комментариев. Принимаем участие в конкурсе и, повторюсь, да, не забываем о наших социальных сетях. Основное, то, что я сказал на стриме, это Telegram, где я делюсь ссылками, и Twitter, где у нас частенько теперь будут опросы. Telegram и Twitter теперь наши основные социальные сети. В будущем будет паблик на Facebook, но это позже. Ссылочки Telegram и Twitter я также предоставлю в описании. Ну все, всем спасибо и пока-пока.